Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию со дня основания областного театра кукол имени народной артистки Валентины Михайловны Леонтьевой, состоялось 1 апреля на его родной сцене. В апреле 1944 года прошла первая театральная премьера спектакля «Коза Дереза». С этого момента начался жизненный отсчет театра. Его создателями были супруги Николай и Марина Мисюры, артисты Московского театра оперетты, которые во время Великой Отечественной войны попали в эвакуацию в Ульяновск. Конечно, главными зрителями театра являются дети. Однако за последние 5 лет зрительская аудитория расширилась. Сегодня театр показывает спектакли и для подростков, и для взрослых. Всего в театральный репертуар входит почти 40 спектаклей. Юбилей, всегда это хлопоты, волнения и, конечно же, радость. И для нашего театра это огромная радость. Во-первых, радость за то, что театр жив, радость за то, что театр нужен, театр востребован зрителем и театр любим зрителем. Вот это, пожалуй, самая главная радость, которая нас радует в юбилей. В юбилейный вечер в театр пришли его поклонники, театральные деятели, представители ведомственных структур власти. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова напомнила, что 29 марта в связи с Международным днем театра учреждение получило медаль почета. Еще раз примите искренние поздравления со столь высокой наградой, ну и, конечно, подарок. Сертификат на сумму 2 700 000 рублей на приобретение автобуса для организации выездных гастролей вручается областному государственному автономному учреждению культуры Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки Валентины Леонтьевой. Пусть ваши гастрольные поездки станут более комфортными и приятными. В 1945 году по штатному расписанию в театре числилось всего 12 человек вместе с конюхом-кучером. Сегодня только в труппу театра, считая и его Димитровградский филиал, входят почти 30 человек. В честь юбилея многие из них были удостоены наград. Своих коллег поздравительными номерами поздравили артисты других ульяновских театров. Москва, Париж, Майорка, а гастроли то я не. Фейерверк, что сегодня будет слышать не белый свет, а должен поздравляет вас театр небольшой. Еще один важный подарок юбиляру – капитальный ремонт в исторической части здания. В нем театр располагается с 1970 года. Оно построено по проекту архитектора Федора Левчака. Из бюджета на ремонт выделена немаленькая сумма – 21 миллион рублей. Ремонтные работы пройдут в летний период после закрытия театрального сезона. Применение современных технологий позволит не только восстановить здание, но и даст ему долгую жизнь. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.